Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Артур, Джек Шепард и Шустрила. Поздоровайтесь, бойцы. Всем привет. Привет, привет. Мы находимся около Старого Собора, и сегодня у нас Шустрила выработал план. Какая сегодняшняя наша стратегия, Шустрила? Мы должны сегодня пойти в Старый Собор, найти шестерку. Если мы ее найдем, то мы должны ее отремонтировать. Если мы ее не найдем, мы должны отомстить за то, что мы ее не нашли. Вообще в Старом там какая-то война, по-моему, шла, да? Там жестокая война идет, пока мы с тобой бежали встретиться. Мы слышали вообще практически непрекращающуюся канонаду. Вы так видите, что у меня пора, обновки между сериями появились все. Слонобойка такая. Тогда давайте за мной, наверное. Да, ты у нас оттуда шел, ты дорогу лучше помнишь. Ага. И просто я там залягу в одном месте. Сначала все посмотрю, когда удостоверюсь, что можно идти, вы как штурмовики пойдете. Хорошо? Да, как мясо. Подсадные утки. Так, я думаю, это будет... Можно во весь рост, мы пока в лесу. Да, я думаю, это будет достаточно забавно. Мне, честно говоря, хочется уже кого-нибудь убить. И сегодня, вот до начала этой серии, я вот отсюда... Вот вы видели, где мы там сидели в лесу? Я вот отсюда увидел Шустрилу, бегущую там. Бегущую в овер. Короче говоря, я не такой уж слепошарый, хотя сегодня опять упоротый. Ну, короче говоря, да, вообще в щи, в борщ. Но этот... Все равно что-то вижу с такого состояния. Зрители моего канала увидят, да, что ты все увидел, я записал. Да. Все монтаж, смотрите на его монтаж, канале, у нас монтаж говно. Монтаж и вранье. Нету видео, где Блэк кого-то заметил. Блин, у тебя такая бандура, это натурально гаубица. Антенна, можно связь ловить, я же говорю, может радио послушаем. Если бы она использовалась чисто как оружие холодного боя, то она все равно была бы крайне смертоносной вещью. Там столько веса. Берешь за дуло и начинаешь размахивать как топором. Так, ну ты сейчас бежишь туда, куда, откуда мы пришли. Не знаю. Ну, мы же не должны как бы палиться, раз там война в Старом, правильно? Я наоборот просто хочу, если... я хочу, Шон, я хочу убить кого-нибудь, если... Ты хочешь палиться? Я хочу палиться, я хочу убивать людей вот этих там. А если... Вот я этих людей хочу убивать. Я хочу убивать этих людей. Короче говоря... Кровожадность, уровень 3. Там вот, куда мы бежим, там у нас... было поле, мы в итоге сейчас к нему выйдем, и нам все, что останется, это бежать по этому полю. Я не знаю, зачем мы туда бежим, но бежим. Я объясняю, на этом поле редко кто-то сидит. Основная снайперская позиция — это вот Чупа-Чупс, видите, вон справа. Палатки, рядом с палатками горочка, пригорочек. Там же еще туалет стоит каменный наверху такой. Ну, мы его называем туалет, сортир. Угу. И вот там вот очень любят лежать снайперы на насыпи. Вот видишь вот этот лесок левее от тебя через лесополосу за домами? Вот там мы были. Там мы были, и справа от нас, видишь лесок вот этот, метров через 100? Угу. Вот там кто-то из бара-то хреначил. А, прямо там? Да, вот я и говорю, что сейчас мы, убегая сюда, подставляемся под пули. Я уловил твою мысль, сейчас мы его... Там еще вышечка, да, военная? На эту вышечку мы проверили. Мы тут залутали все, что можно было. Ох, это что такое пробежало? Да, это заяц. Офигеть, такая тень в траве. Мне сегодня приснился сон про Йети, и ты говоришь, это что такое пробежало? Я уже все на изготовке. Давайте, наверное, не знаю, ну шкура. Тебя он, я думаю, за своего примет, а вот нам хана. Йети так туда. Но я надеюсь, что за своего, а не за свою. Но дело в том, что у меня сошки, поэтому я самец, и мы можем с ним за территорию подраться. Или бухнуть. Как или помериться джагонами. Джагон. А что такое джагон? В Южном парке, если смотрел, то там у инопланетян есть джагоны, и они мерились. Да, давай я тебе джагон в дырку, а ты мне джагон в джагон. Да. И у них джагоны на плечах были. То есть сейчас Артур представляет, да? Я понимаю. Игра пролагала маленько, я не понял, где. Ну я вот сейчас в песочке приостановился, возле. Лесполосу видишь? Джек, ты далеко. Короче, я сейчас понимаю после ваших рассказов, что я ничего в этой жизни не видел, похоже. Да, вся твоя жизнь была ложью. Тебе о многом не рассказывали, намного. Просматривайте лесочек слева, который вот там, где вышечка, потому что раз уж вы говорите там экшон, не хочется, не дойдя до старого, словить пулю. Ну, мы там были 10 минут назад, я не думаю, что там до сих пор экшон. Но может быть там кто-то есть. Вот я в электро пролежал часа полтора, так что мало ли чем, черт не шутит. С полутора часов, что ли, та серия получилась снайперская? Да, 12 минут с полутора часов.
Ну, хорошо. Собственно, да. Игрушка такая неторопливая. Ну, тут кто-то торопится, ловит пулю. И тот, кто лутает электро, тоже ловит пулю. Да. Так, Джек Шепард, ты не остаешь? Что-то ты... Я бегу за вами. А, вон, я тебя вижу. Метров 30, наверное. Меньше, может. Так, ладушки. Алаш. Что мы имеем? Вон эта снайперская горка, про которую я вам говорил. Давайте попробуем. За кустиками, старайтесь за кустиками спрятаться от нее. Я здесь не вижу кустиков. Я не вижу. А вон спереди, вот здесь, вот я иду прямо на кусты. Ну, это как-то далеко, до кустиков. Я за артуром. Главное, штуку горку закрывает снайперскую полностью. Я бегу в полный рост, а он нет, и так что. А здесь смысл-то вообще в полный рост особо бежать? Ой, присесть. Не знаю, но ты бежишь. А, такс. Так, ну достаточно спокойно вроде как. Вы немножко не в те поля пошли, ну ладно. Я знаю, мы маленькие. Мы просто к тебе. Мы идем другим путем. Так, ну что, я тогда аккуратно пойду. Вообще нужно как-то двигаться не прям друг за другом, а просто вместе рядом. Так, вот больше вероятность. Вот сейчас с этой горочки, ребята, я посмотрю всю снайперскую гору, и когда вы удостоверитесь, что кордоны чисты, углубимся в город. Ну, я, естественно, останусь на месте. Да, мы пойдем показывать людям акшон. Высший пилотаж. Втроем поспокойнее, конечно. Единственное, но то, что в более-менее безопасности у нас, может, себя только Шустрила... Блин, чего я сегодня твой ник неправильно произношу? Шустрила. Короче говоря, Максим может себя нормально чувствовать спокойно. А мы так, ждем пулю каждую секунду. Ребята, упадите, пожалуйста. Ой, блин, что-то мы мешка побежали вперед. Джек Шепард, а я бегу за тобой. Не, в смысле упадите, вы можете ползком перемещаться спокойно. А нам смысл туда сейчас идти? Не знаю, Кшон. Кшон, это уже называется камикадзе. Это да. Так, я начинаю просматривать горочку. А, сортир снайперский пустой. Хребет горы пока не очень хорошо вижу. Ползу, вокруг куста нету нигде Артура. Фига, такая дула вылазит. Хребет горы тоже отлично. О, мое любимое дерево тоже никого за ним нету. Такс. А, это корни, хорошо. А, я понял, кстати, где мы. Наконец. Ну, что я могу сказать? Смотрим, шестерки красные нету. Ты мог, не знаю, держать нас надежды и веру в то, что он там был. Ладно, но... Там есть кому отомстить? Нет, вы можете... И отомстить я тоже не вижу кому, но можете спуститься, я не знаю. Я слышу выстрел справа. Я тоже слышу выстрел. За нами выстрелы. Не совсем за нами, внутри старого. Нет, за нами сейчас, выстрелы. Мне кажется, на палатках кто-то есть. Давай, Артур, вот к этому риску пройдем. Давай, веди. Мы так маленько я... назад вступаем к югу. Я уловил. Сейчас меня снайпер снимает, а тут куда я жгу. Справа, а, это Шустрила бежит. Да, я там перемещаюсь в леса. Лимпона, мать, смотрю, мужик в том пляже бежит. А пушку ты не увидел, значит. Еще выстрел. Это кто там это? Это вроде зомби был. Да, вроде. Так, а вот где мы находимся, я наконец понял. Да, я вот тоже допер где мы. Так, я не очень хорошо стою. Красную пристройку я посмотрел, там тоже никого нет. Так, если я вижу людей... Ты стреляешь. То у людей начинаются проблемы. Если люди видят меня, то проблемы начинаются у меня. То ваши проблемы удваиваются, если вы друг друга. Так, ну блин, я не знаю, внутрь заходить-то пока смысла. Нам ничего не нужно. У нас все есть. Вот, еще. Внутри палатки зомби бьет кого-то. Зомби бьет кого-то внутри палатки, и по нему стреляют. В первой палатке после штаб мужик лутает. Вылез оттуда, убивают зомби. Зашел в другую штаб палатку, которая ближе к тебе. Сейчас пристрелим, да? Если он выйдет, ты можешь его снять, да. Он внутри штаб палатки, которая ближе к тебе. Я понял. Все, отлично. Блин, я еще горжусь на что-то даже какой-то. Я вижу тебя, Джек. Вы там в бинокле оба палите. Сейчас я с вашей позиции его и... Да. Лупанул. Ну, с нашей позиции тут не очень удобно, тут хаммер мешает. Примерно метраж, может мне кто-нибудь сказать? Сюда зомби подтягиваются потихоньку. Я вижу его, я думаю, метров 400 в него. Он вылез. Я вижу, подожди, у меня воздух не хватает. Мусор тебе мешает. Выстрелишь, побегут сразу зомби. Я сейчас одна попробую снять. В другую штаб-палатку заходит. Все нормально. Тихо, ребята. Давай. А их там двое. Один внутри еще палатки, по-моему, первый сразу от штаба. Да? Там на газ высунулось.
Нет-нет, вот он сейчас убил зомби. Угу. Вот так, он вышел, идет. Спокойно, спокойно. Их там двое, я вижу двоих. Давай. 400 метров, сейчас. Жди, сейчас. Мимо. Оба жили. Давай тот, который в темном. Они отступили. Прям 400 метров. Все. Зомби, так, зомби бежит. К нам? Да, он уже рядом. Петренок, Гош, блин. О, господи, бежим! Спокойно убивайте их просто и все. Ничего страшного не произойдет. Ой, сюда весь город побежал. Ага, убивай, бежит просто. Пацаны, валим, валим. Я считаю, что не такие, но басы капец. Вставай с собой, респа. Прикройте меня, я сейчас истеку. За мной большая делегация? Да, один. Я в пак стрелял. Вы хоть в кого-нибудь попали? Нет, он упал. Нет, как, по людям, по-моему, нет. Блин. Без дальномера тяжело. Бандеж. Бандеж, myself. Ой, там еще Петрович ползет. Так, ладно. Вот видите, да, никто не идеален. Да. Так-то да. Он. Ползет один. Готов. Да, супер. Вся гриделина сбежалась. Ты так круто к нам подошел, что... Ну, просто с моей позиции было не видно палатки. Ну, нет, так бы ты, считай, пока бежал, пока чё и, блин. Я сначала подумал, начал, одного убил зомби. Я-то вообще никого видеть, сижу, в бинокль себе гляжу, даже мне в голову не пришло, что нас тут спалит. Так, все, что стрелял, пошел мстить. Так, ты идешь прямо на зомби. В том-то и дело, они нам мешают. Но они сейчас выцеливают, я думаю, эту местность, потому что... Так, что они там выцеливают? У них, блин, у одного энкл, другого какая-то. Так, я более утоляющий приму, что-то меня кошмарит помаленько. Джеки, 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 забрать его, забрать его! Сзади тебя зомби! Вот он, давай, снимай. Так я думал, ты, у меня просто боль. У меня тоже боль, достаточно больно. Так, где пейнкиллерс вообще? Что-то у нас сегодня какая-то... Пейнкиллерс тебе нужны? У меня есть. Сколько задели? У меня 6800 крови. У меня 10700, все нормально. Мне переливание сделаешь? Еще два парня сделались. Сюда, фуражка. Так, бегу. Да, но они достаточно спокойны. Мы, кстати, знаете, что палимся неплохо? Еще двое идут. Один снят? Нет, не снят. Еще один сейчас к нам прям с Артуром идет. Или нет, Шустрили они. Старайся в Шустрилу не попасть. Все, я убил его, вроде бы. Или ну ты? Ладно, ну так, ладно. Давайте, может, чуть-чуть правее дойдем, или теперь ты хочешь тут пока зачищено? Зомби тела нас очень сильно выдают. Да. Поэтому я их обычно закапывал. Ну, так-то сейчас... Этим не поможешь. Ты же давай смотреть их, братиши, надо бы их уже кончать. Я уже высматриваю. Опасно. Это было просто у нас, по-моему, достаточно по-дилетантски. Нужен тебе, Артур, бандаж? Бандаж всегда нужен. Ну, у меня их много, в принципе, но... Вот он, рядом со мной. У меня-то два еще лежат. А ты на простреливаемую территорию... Вы не видели, какое у них оружие было? Я видел одного. Палаш был еще и МК. А, ну это фигня. Другого палаш. Поэтому хрен они у нас попадут. Не парить, что у нас там. Но я их уже там не вижу. Ой, они выносили лут. Они кучу-кучу повыносили целую из палаток. Они по горкам могли пройти, вон там он по хребту, и сейчас могут подходить к нам с севера. Нет, не, не вот могут. Такие лутари, они не будут никуда идти, и кого-то смотреть, они просто засыкают и уйдут. Я сейчас просто я просматриваю их, они сейчас должны там на горе выползать и смотреть по плану. Опять же, очень трудно без дальнометра. Прям очень. Зомби рядом где-то слышу. А, это ползу. Сейчас его. А там еще и Лебухан идет аккуратно. Один ты к нам шел, я его убил. Опа. Да блин. Я снял с него. Так, там еще ну, кто-то идет. На штурм. Целое кладбище. Ох, там, да офигеть, там их сколько идет. Домашних живот. А, давайте мы как-нибудь ляжем, давайте менять позицию, или что ли, справа все это обойдем. Давайте менять, давайте менять. На нашу сторону, да, идут? Четыре где-то штуки идет, даже пять, по-моему. Я вижу, двое Лигухана прыгают. Короче, справа обойдем, где мы сейчас с Артуром ходили. Ну, как вчера. Так, не шуми, они очень близко. Вообще лучше ловись. Я вас потерял. А, вижу, вижу, вижу вас. А кто сел? Ой-ой-ой, тут пошел экшон.
Джек Шепард, ты так уж прям на этой горочке не сиди, тут кроме них еще другие люди есть. Понял. Даже с банальным чезитом, если кто-нибудь на той горочке есть, то уже нехорошо. Да блин, почему они не умирают-то? Да я не знаю, я вообще разучился стрелять с момента последней нашей игры, когда это было у нас. Попадаю, он идет. Я тупо не попадаю. Ну вот же. О. Джек Шепард-то у нас ворошиловский стрелок. Нафига они пробегают по столько умирают? Вот не могут они исправить какие-нибудь проблемы. Анимацию, смерть и зомби. Но он понимает, что ему хана, но он хочет отомстить. И падает. Так, все, уходим правей. Я не знаю, где чуваки. Но я точно уверен, что мстители не пойдут и немножко переждут и дальше пойдут. Да, они там по кирпичу отложили и убежали. Пошла к блоку, по-моему. Если бы меня парень стрелял, то я просто от страха в обморок упал бы. Ну, тупо повезло. Такой слон, блин, это же вообще капец. Просто, когда понимаешь, что у тебя из гаубицы хреначат, это уже само по себе психологически давит. То, что один выстрел, ты понимаешь, что одного выстрела на тебя хватит. Теперь осталось лишь делать ставки, сколько людей будут писать, что это они там были. Я отложил кирпич, это был я. Да. Вообще мы поспешили, конечно, пострелять, потому что нужно было сначала территорию как-то почистить, потому что, ну, видите, что произошло. Так, тут на если бы мы начали чистить, ребята бы что-нибудь, наверное... Да, они бы уже ушли просто. Там, а так у нас был шанс, мы его попытались использовать. Либо стрелять, либо не стрелять, короче, там было. Вот и все. Не все коту масленица, так. Но офицерские палатки пусты, добыча ушла. Что решаем? Добыча новая, я думаю, придет. Можно подождать. Мы все равно пока туда сейчас со второго будем пробираться, я думаю, там уже. Я думаю, нам с Джеком Шепардом сейчас нужно спуститься в город и засесть. Сейчас хотел в магазин сходить. Здание управы есть рядом как раз с палатками. Когда Шустрел нам скажет, что поблизости кто-то есть, мы пойдем знакомиться. Да и он сам я поснимает. Поучаствую, да. Угу. Ну давайте. Я лично вот всю снайперскую Опа, это чей-то рюкзак. Рядом со мной проползает. Это я. Ага. Я лично сейчас практически всю снайперскую гору просматриваю, на вас атака и покушение совершенно быть не может. Единственное, будет, что мы сами зафейлимся, потому что пройти сейчас нереально в центр города, никого не загреб. Ползком, ребята? О, вот прям тут уже рядом с нами понятно, зомби ходят. Да, и ползком бесполезно. Ползком с 20 метров где-то замечают сейчас. Уже капец какой. Раньше видимость одна, и слышимость одна. Это я зомби убиваю. Стрел, да. Я ему 3 патрона дал, он еще жив. Да, что-то удивляет вот это. 4 дал. Так, просматриваю здоровое ржавое здание тут ангар. Это я не понял, что за шутки вообще. 7 патронов у одного зомби. Да. Ну да, серьезно сложнее стало. Оп, на 8 умер. Вообще, я не знаю, зачем мы тут по поляне ползем. По ней лучше, по-моему, было бы пробежать, потому мы что мы сейчас просто от зомби отойдем, потому что иначе не все согрели. Давай, я уже перестал. Да, потому что один хрен с большого расстояния, трава не отображается, и мы тут светимся как... Ёлочный как мы светимся? Да, как ёлочный как новогодняя елка. Вот. Еще один. Так, Шустрел, ты где? На горочке. Ты вот там оставишься? Да. Ладно. Шо? Кого ты там увел? А он. Он у меня прилег. Он у меня прилег. Трахну, подонка. Да. Ну, это капец какой-то же, да? Тут записывался. Боец некрофил. Мне кажется, он умер. Ребята, дайте мне минуту. One moment, please. Хороший был солдат, хороший. Жетон в конце так с него снимаю. Так, ну что? Так, ну что, будем еще правее бегать вон по леску или? Думаю, да, чтобы внутрь зайти. Ну, все правее пройдя, мы пойдем там к такому месту, где достаточно неудобно будет проходить. А вот здесь мимо церкви будет, если что, можно будет спрятаться в здании управы и отстреляться. А там прятаться особо некуда, если мы туда пойдем. Пойдем тогда. Так, ну, только аккуратно. Стандартно, нас палят, забегаем в здание, отстреливаемся. Картоны чистые, ребята реально, походу, просто втопили отсюда подальше. Да-да.
Так, ну ты идешь первым, у тебя с глушаком. У тебя патронов, кстати, мало осталось, да? Да. Вот мы с патронами к тебе идем и сейчас. Угу. Я вот вообще... А, ну вот же здание туда. Вот. Или умереть. Не в это хочешь. Куда я смотрю? Да любое двухэтажное здание, просто вот чтобы было, была возможность спрятаться, если что. Вот прям на него смотрю. Вообще мы идем вот здание, которое находится там, прям рядом с коровником, двухэтажное, красно-кирпичное. Ну да, ну мы туда, значит, пройдем вдоль города, я так понимаю. Ну да, нам по городу. Сейчас вот самое ближнее, на которое я смотрю, здесь даже зомби нет. Оно в центре города находится. Я понял. Кто стрелял? Стрельба. Отступай, отступай назад, быстро, быстро отступай, иди. Зомбаки сбегаются толпой на гору. Меня попали. Меня нет. Откуда? Стреляли откуда-то с той горы, куда зомбаки, ты палишь. Да-да-да, зомбаки туда побежали, но я там никого. Так, Джек не... Шепард, оттаскивай меня в куст, я живой. А, подожди, стрельба-то идет. Шустер, можешь их снять? Я не вижу никого. Если бы ты снял, я просто Артура бы схватил и оттащил. Я живой, ничего страшного, у меня 6000. Я сейчас встану и успею за куст и тебя перевязаться зомби там. Зомби подходит. Снял. Вижу, далеко. Пугни его хотя бы, что ли? Хорошо. Блин, ну тогда ты этот... Вот лучше вообще его убить. Ох, блин, интересно будет тяжелым этот бой, я тебя посмотреть серию, вот это серьезно уже прям. За мной! Джек Шепард, я тебя прикрывал, я в ту сторону начал хреначить, но он, скотину, оказался хорошим снайпером. За мной делегация. Если зритель не понимает, зачем мы так рискуем, мы просто решили в ближайших сериях начать все с нуля, поэтому, собственно, и лезем на рожон. Да. Так-то, в принципе, мы гораздо осторожнее, конечно, действовали бы. А тут, боюсь, о, по мне еще шарашит. Нету денег. Блин, вокруг меня, кругом эти фонтанчики грязевые. Ах, мне еще попали. У меня 2000 осталось, сейчас меня убьют. Отползай назад, братья. Я не могу, я мёр... без сознания. Все, я тут убили. Ползаю, я вообще вот никого нет, не... Нет, Артур, всё, они взяли Артура. No. We kill Kenny. You bastards. Так, я иду за ними. Давай, я вообще никого не вижу. Я, блин, сегодня я, блин, замещаю Артура. Я вообще не вижу, кто гасил, кто что. Я просто в кустах. Зато не переживай. Я а, вон, я вижу, черт знает, где там парень ползает. Все, ему... Давай, отомсти этой мрази. Сейчас, я хочу его крови. Сейчас будет кровь. Продолжение этой серии смотрите на каналах моих компаньонов. Я, в принципе, на этом прекращаю. Мне-то чего показывать. Он еще по мне стреляет. Он не понял, похоже, что меня убил. Короче говоря, моим зрителям пока. Ваши зрители пусть бегут и смотрят, что было в этой серии. Она у меня будет короткая. Пока.